Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня интересный видосик. Дофигище я слил самоцветов. Сейчас даже посчитаем, сколько на вот этот вот магазин, подборочку. Почему, я думаю, сейчас вы поймете. И для чего, потому что это просто бред ролить чарки. У нас сегодня продаются вот таким вот образом чарочки, священный суд. В последнее время их и перестали продавать, и получить их с коробок реально очень сложно. Как видите, здесь это намного проще все. Вот еще одна. Пик. Ну, еще одну не получилось у нас получить. В общем, у меня было 40 монет. В итоге я забрал вот такое вот количество. Получается 50к. И 54 54 104 тысячи мы потратили на вот это вот. Почему я забрал саморазрушение, тоже в принципе вам попозже покажу. Хочу кое-что потестировать. Ну а священный суд, как вы знаете, на сегодня одна из топовых чар для большинства героев, и реально перекидывать, что-то переделывать всегда приходится ролить. А уходит коробок дофигищи, и фиг вытаскиваешь. Четверки, пятерки, и просто тратишь пару часов. Вот реально тратится пару часов, чтобы вытащить какую-то топовую чарку нужную. Поэтому приходится вот такие вот акции, которые есть. Они реально помогают. Вот сколько мы в прошлый раз? 1000 коробок переролил. И один священный суд достал. Но это реально бред. Шансы очень похерили на эту чарку. В общем, у нас сегодня видосик, мы будем с вами пробовать построить деф, выставить героев. Я еще буду, конечно же, дотестировать его своим твинком. Я специально там качаю героев, чтобы тестировать разные вариации. В общем, поехали. Так, у меня тут ничего, я так понял, не сохранилось, что можно все убирать. Будем пробовать восстановить нашу прошлую базу. У меня было две таблетки по центру и 4 героя вокруг. В принципе, сейчас можно даже, наверное, 6 героев ставить вокруг, так как они по большому счету очень сложно сливаются. Но в центре тоже можно кого-то оставить. В общем, попробуем. Плюс у меня, как вы знаете, так, давайте где-то попробуем вот так вот закинуть, чтобы зона действия была чем подальше. Плюс у меня нетронутые деревья, то есть у меня расстановка именно еще та, которая изначально дается, то есть деревья полностью, все, я это не убирал. Так вот, попробуем. Вроде они, их поймешь, на одной линии, на одной линии. Нет, все-таки не на одной линии. Мы будем это все тестировать, смещать. Так, ладно, с этими двумя разобрался, поехали дальше. Вставляем здесь. Делаем кривую расту. Вот плохо было бы, классно, если были какие-то координаты хотя бы. Можно было хоть бы как-то это сделать. Потом придется нам это все заполнить еще. Так, базы. Я уже даже не помню, как у меня базы стояли с юнитами. Ладно, попробуем такой вариант. Потом будем буковками добивать. Многие ребята спрашивают, кого ставить на деф. Сейчас мы тоже к этому дойдем. Вариантов как бы очень много разных. Вот давайте возьмем ориентацию. Вариант вот так вот у нас они будут. Отсюда не видно, криво, не криво.
Зря я жалею, что я в свое время был в погоне за силой, зря построил пятую, хотя, в принципе, с другой стороны, вот именно пятая. Пятый лагерь, он тоже, в принципе, нужен. А, такс. Попробовать все-таки, может, 4 по сторонам. Наверное, слишком далековато повыставлял. Ну, вот таким вот образом можно проверять, где у вас немножко, или потом пододвинем таблетки. Так, что у нас дальше идет? Магические башни. Одна здесь, а тут. Только одна магическая влезет, получается. Значит, будем ставить симметрично. Ну, относительно. Видите, все равно коряво. Коряво все получается. Такс. Понять. А, все, на наш. Это что, настроечка? Смотришь, вроде одинаково. Вроде да и вроде нет. Фиг его знает, как это сделать лучше. Ладно, попробуем пока такой вариант. Поехали строить дальше. Так, выставляем с этой стороны голдмайны. Есть. Вроде, блин, и вроде симметрично, и вроде хрен его знает. В общем, это сложный процесс. Там за фигня мешает. Видите, немножко несимметрия. Получается вот это. Надо на одну оттянуть вот теперь.
Вот теперь симметрично. Короче, это долгий занудный процесс. Так, есть. Пока сделаем так. Блин, что-то у меня две таблетки, походу, влазят. Печально. Печально, потому что ратуша у нас и на 3. А, нет, 4 на 4. Все, отлично. Так. Но с этим все остальные неправильные. Так, хорошо, с ратушей разобрались. Можно даже попрактиковать вариант. Ратуша у нас будет по центру. Относительно, конечно. Центр-то у нас вообще-то здесь. Так вот сделаем. Так-с, хорошо. Теперь у нас осталось, блин, куча, конечно, зданий, которые просто тупо не вписываются. Видите, вот 4 на 4 зданий нет. И вот это печально. Основное все здания у нас 3 на 3. Так, с этой стороны мы повыставляли, хорошо. Что-то корявое получилось у нас. Вообще печаль. Так вроде по центру ровно. Так, хорошо. Есть. С этим разобрались, выставляем. Короче, это самый длительный, мучительный процесс. Вот это вот выставление этого дефа. Вот я не знаю, больше всего, наверное, харит. Особенно, когда он успадает. Да, это просто трэш какой-то. Сколько места? Сколько места мы теряем? Хорошо, попробуем. Будем так, чтобы все было у нас ровненько и четенько. Это сюда. Получается, раз. Так вот, может ездить, да? И клетки не хватает. Вот это то, о чем я говорил, что я в свое время был зря поставил. Пережалею, потому что у меня... Правильно, теперь все стоят. Так, это поставили.
Вообще какой-то бредняк. У нас нормально можно еще сдвинуть. Я думаю, что-то пошло не так. Так, отлично. Вот не хватает просто тупо банально сетки. Нормальной сетки, чтобы можно было просто посмотреть, определиться как там. Этого не хватает. Так. Каким-то образом у нас получается одни дальше, другие ближе. Чудеса. Ага, все. Все, вот видите, где оно. Нафига я захотел делать эту расту? Такс. Это можно декорацию оставить. Поехали, будем клеить центр. Самые важные и нужные постройки. Так, отлично. И что они хотят сказать? Сюда что-то еще влезет? Ну, видите, вот опять же играет. То есть по-любому где-то у вас остается место. Ну да ладно. Мы поставим сюда башенку. Может, она нас когда-то здесь спасет. Главное не нажать Remove All. Так, с одна башенка тут. И одна башенка тут. Хорошо. С этим мы разобрались. Тут у нас все в линию. Туда можно еще одну постройку втулить. Чем мы туда втулим? Домник. Раз, два. Здесь, блин, два теряется. Ну, не поделаешь. Вот так вот. То есть у нас более-менее получилась квадратная конструкция. Дальше добиваем хранилище с одной стороны. Золото. 3, 5. Так, чтобы красивенько все было. 3 с одной, 3 с другой. Так, есть. Эту убрали. Блин, может это по центру сделать таблеточку ставить. Таблетки поубираем. Я не хочу здание вот рушить. Лес. Не хочу очень. Чувствую, придется. Самое, знаете, что в этом печальное и проблемное? Что придется рано или поздно это сделать, потому что не хватает просто тут места. А, так, тут видите, нам уже дерево мешает. Давайте сделаем так, чтобы у нас было все симметричненько. Так, дырочки там нету, отлично. Это тоже выдвигаем. Да. Остальные не могу. Ладно. Уберем одно дерево, так оно и будет. Целых три самоцвета нажил себе. Так, вот так вот у нас получилось. Что-то пошло не так. Это мы что-то прошляпили. Ага, вот он. Такс. У нас остался еще один лагерь. И таблетки. Take a chance on faith. So take.
Ну, вариант есть здесь поставить ее. Вот так вот красиво одну, а вторую вот тут. Или героя. Так, есть. Это мы тоже сделали. Теперь самое интересное. Надо подобивать здание и еще две таблетки разместить. Так, что у нас по зданиям получается? С той стороны лучше. Попробуем отсюда позакидывать вот эти вот здания, которые у нас все более востребованы. Это те здания, которыми там, в принципе, пользуемся, да, то есть... Так вот даже сделаем. Сюда закинем здание. Ну, чисто для удобства. Так, у нас получилось. Пространство есть. Причем такое конкретное пространство. Сделаем вот так вот, заполним его. Такс. Убираем. Где-то отсюда, 4 в одну, 4 в другую, и одну отсюда. У нас будут опять же стоять таблетки, которые будут доставать практически до краев. Так, есть. Тоже поставили, но вот... Это примерно плюс-минус так. Строим дальше. Вот это здание, как видите, надо 4 клетки, блин. Это самое печальное. Так, этих примостили, это вот сюда, в итоге у нас получилась такая более-менее чётенькая конструкция. Дальше у нас тотемы. Тотемы, они в принципе, если у вас будет дыра, они ее не закроют, поэтому надо внимательно смотреть, куда вы их ставите. Такс, ну вроде все, это одно здание у нас, его можно даже сюда вот вниз вынести, оно по сути там либо сбоку никакой роли не играет, но лучше ставить там, где оно будет либо незаметно, либо будет мешать. В любом случае будем его наполнять. Ну в общем вот как-то так. И дальнейшее наше действие, надо будет это все заполнить буковками. И дальше будем с вами выставлять уже героев. В общем, такой вот получился длительный видосик. В итоге мы получили... Сохранили, вышли. Вот такую вот примерно расстановку. Пишите комменты, ставьте лайки и ждите следующего видосика по поводу Дефа и Раста. Я постараюсь сделать что-то интересное. Всем удачи! Всем пока!